конце этого года я начала обучение в автошколе. У нас была прекрасная преподавательница теории, которая не только все понятно раскладывала по полочкам, но при этом была еще и очень харизматичной и интересной женщиной. Мне искренне доставляло удовольствие каждое занятие, и было все очень понятно. Позднее начиналось вождение, и группу распределили на двух инструкторов. Началась практика параллельно с теорией. Мой инструктор был максимально вежливым, спокойным и терпеливым. Много всего объяснял и тактично указывал на ошибки, если таковые имелись. И буквально через 2 или 3 занятия я случайно узнала, что мой инструктор и преподавательница теории – муж и жена. У меня почему-то это вызвало такой восторг. Интересно, что эти 2 человека показались мне абсолютными противоположностями по характеру, но при этом каждый прекрасно вписывается в свою деятельность, и выглядят они идеальной парой. И вот когда наступил экзамен по вождению, только я и еще одна девушка, которая тоже была у этого инструктора, сдали на права с первого раза. Мне было очень грустно, что больше не нужно ходить на теорию и получать этот заряд энергии. Или ехать рано утром по полупустому городу, обучаясь водить машину. Тем не менее, буквально на вчера они заказали у меня вот этот торт по случаю поступления сына в медицинский вуз. И я с огромным удовольствием взялась и выполнила этот заказ. Фишка этого торта еще в том, что это что-то вроде гендерного торта. На студенческом билете аббревиатура вуза, который должен был быть сюрпризом, поэтому была задача его спрятать в кармашек.